Одним из поводов для введения антироссийских санкций, напомню, стали голословные обвинения во вмешательстве нашей страны в американские выборы. И вот как раз за освещение этой темы, получается, за публикации, основанные на домыслах, две ведущие газеты США, «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», были удостоены престижной премии в области журналистики, пулитцеровской. Ее вручили в Колумбийском университете. Всего было более 20 номинаций. Среди отмеченных публикаций также статьи о нарушении прав женщин и домогательствах в Голливуде. Пулитцеровские премии присуждают уже более 100 лет. С этого года размер денежного вознаграждения увеличен с 10 до 15 тысяч долларов.